Всех приветствую на своем канале. Это видео для Олега Вячеславовича. Пакую четки, готовлю к отправке. Четки из дерева Бангосси с всечкой металла в дерево, либо же инкрустацией. На проставочках также присутствует гравировочка. В комплект кладу клетку для протяжки нитки и кордовую нить. Единственное, я что-то провтыкал тот момент. Завтра отправить то не получится. Завтра у нас на почте выходной. Завтра 23 февраля. А я совсем запамятовал, что завтра праздник. Сбился со счета в днях. Итак. Четки. Кто-то зовет покурить меня. Сейчас выйду, Серега, ёпара за ты! Вот так вот. Не дадут спокойно дело сделать. Так что четки отправятся в субботу. В субботу почта работает. Так. Так вот. Так вот. Главное, на телефоне режим полета включил. Чтоб никто не позвонил. А вот дверь забыл закрыть. Забыл на двери включить режим полета. Вот и все. В общем, четки в субботу отправятся. Всем спасибо за внимание.